Так, друзьяки, всем привет, амигосы. Ну что, пошла массовка. Вот такая пачка баблишка. Здесь 25 тысяч гривен, 1000 долларов. Сейчас я при вас ее вскрываю, это мне... Сейчас я ее располовиню, наверное. Тут есть крупные купюры, а есть, ну, более мелкие. Не знаю, повезет, не повезет, посмотрим. Может и не повезет, а может что-нибудь поймаем. Так, давайте я буду смотреть и вам показывать, так будет удобней. Девять, девять, пять, пять, восемь, два, три. Вот если было бы еще 8-8 и состояние, то какой-то бы интерес имело. Так, 6, 9, 7, 6, 8, 8, 6. Фигня. 93. Нет. Вот смотрите, 3 девяточки. 3 девятки. Ну, бона ветхая, поэтому дуля. Вот 2018 гривна. Что у нас здесь? 2, 3, 3. Ничего. Ха, интересно этот. Серия Ча. Что-то я не помню такое у меня. Может попадалось. Ча-ча. Так. Неинтересно. Как будет интересно, я вам скажу. 5, 5, 9, 3, 7, 7, 8. Давайте я буду вслух, да? 3, 5, 6, 4, 2, 8, 8. 0, 40, 36, 72. 849, 61, 40. Вот, кстати, UNC-шная, но погнутая, видите? 5, 2, 9, 0, 3, 81. 8, 2, 4, 3, 3, 86. 174. 719, 5, 4, 8, 9, 5, 8, 6, 7, 6, 2, 3, 6, 1, 44. Кстати, что мы ищем, ребята? Мы ищем радары, антирадары, дубль радары, интересные номера, номера подряд, красивые номера, даты рождения. Замещение еще. 3, 5, 9, 80, 56. 3, 8, 4, 0, 7, 0, 7. 50, 7, 5, 5, 0, 2. СС. 247, 9, 9, 49. Так. УМ. 615, 52, 2, 0. ФЖ. 0, 30, 9, 5, 6, 9. О, соточки пошли. 0, 5, 9, 7, 5, 27. КФ 2, 6, 7, 5, 5, 5, 0. УИ. УИ. 814. Так, 14, 41, 49. Неинтересная. А 0, 1, 2, 0, 8, 8, 2, ВК. Так, ЗИ 369, 1800, 145, вот, три семерки, но она ветхая, ребята. Так, 2, 8, 8, 6, 8, 6, 0, даже мне самому интересно, 25 тысяч гривен, получится у нас что-то или нет? 11, 92, 390. 0,20, 23, 43, 611, 65, 84, 554, 0,3, 15, 879, 6, 7, 2, 9, 2, 9, 7, 5, 9, 7, 4,
43-68-577-510-86-16. 2-0-63-863. Вот смотрите, если бы было так, к примеру, 863-863. Вот у нас для вас подсказочка. Антирадарчик был бы уже. 155-0-4-5-7-4-5-4-0-5-62. 806-09-39-66-9-3-7. Вот уже видите, вот сколько раз попадается, три раза уже тройное число. Но она ветхая, видите, вот она ветхая, нам нужно хорошее состояние. 050-16-29-865-75-88-158-178-04-167-43-92. Пока ничего. Откладываем эту пачку на прокачку. Поехали дальше. Давайте мы еще раз половиним. Вот так вот еще, да? Половину еще оставим бабок. Сейчас будем искать. Так, поехали. О, состояние, кстати, вот это UNC-шное. Обалдеть. Вот если такая попадется нам сейчас. А, о, кстати, тут все идут номера подряд. Может, кстати, что-то и попадется. Ну, давайте не будем гадать. 093-27-53. 093-27-54. 093-27-55, 097-23-536-37, 097-23-533-676. Вот опять три пятерки. Опять три цифры. 375-38-59. А вот, кстати, опять три четверки. Представьте, но... Такая бона. Ну, за нее мы ничего не выручим, поэтому мы ее. Потом нужно посмотреть на водяные знаки, на браки, на смещение. 571-505-153-66-15-357-87-59-69-18-28-5-5-6-9-8-7-7-5-5-6-9-8-7-6-4-492-72-59-59-54-5-4-блин-9-6-4. Так, 3-1-9-8-6-8-8-6-6-4. Вот опять, ребята, три цифры. Вот три пятерки здесь. Три пятерки. 580-93-01. 227-275-8-261-24-32-090-62-29-125-01-50. Да что ж такое, ничего не попадается. 032-98-28-66-40-892-808-62-80. 820-67-51-976-98-33-2. Блин, вот одной цифры не хватает. 13-25-2-8-5. А нет, ничего не хватает. 47-45-9-1-27-49-9-2-5-8-8-3-3. 391-3-6-6-8-4-30-8-1-1-4-4-80-115-1-2-6-4-8-880-6-9-7-5-4-3-4-9-6-7-901. Сейчас сотки будем. Так, 5-4-1-15-0-3-2-8-9-2-6-7-4-8-3-8-5-1-20, УК, 6-8-2-31-35-6-9-1-25-20-4-24-25-14. Опять ничего, ребята, ну, печальненько, ну, а что делать? А жопа делаешь. Откладываем эту пачку. И следующая у нас пачка. Я их не смотрел, честно вам скажу.
думаю, приду с вами, проведем такой блиц. Так, ну что, давайте пятисотки. Даже самому интересно. 2, 6, 9, 6, 5, 6, 5. Вот смотрите, если бы было 6, 5, 6, 5, 6, 5, уже у нас почти дубль радар получается. Но пятисотку продать очень тяжело, она ветхая. Ну и очень тяжело такую купюру продавать. 5, 2, 2, 5, 1, 40. 2, 6, 2, 3, 3, 43. Интересно, ну попадется или нет? 0, 11, 0, 8, 34. 809, 92, 56. ФГ 186, 50, 99. 9, 8, 5, 4, 4, 3, 3. АА 3, 6, 8, 3, 7, 23. Ну, это уже новенькие, по-моему, пятисотки с голограммами другими. Да, вот они, смотрите, какие. Так, что у нас тут? Поехали. 7, 4, 9, 15, 37. Сколько у нас уже? 11 минут длится. Все, мы никак. Я, вернее, никак. ЦА. 3, 7, 2, 7, 6, 0, 6. 608, 26, 95. 608, 26, 94. 163, 13, 59, 300, ой, 937, 10, 21, 112, 79, 0, 9, уже заплетается язык, 7, 7, 9, 2, 8, 13, 103, 91, 32, 313, 64, 74, так, ну что, 200-ки у нас, 241, 0, 9, 57, 930, 97, 90. Да блин, ну хоть попадись хоть одна. $1000. Ё-моё. 636, 61, 87. 15, 82, 151. 173, 50, 78. 982, 18, 12. 7, 6, 6, 7, 7, 2, 2. Ну, кстати... Вот смотрите, вот у нас получается, видите, как интересные такие двойные цифры. 6, 6, 7, 7, 2, 2. Ну, мы ее продать не сможем. Это 200-ка. Сказать, что это какой-то крутой номер. Нет. Но удавалось мне продавать. 0, 47, 26, 13, 409, 13, 51, 231, 19, 17, 835, 65, 43, 711, 53, 02, 9, 4, 6, 3, 2, 50, 414, 70, 72, блин, приближаемся уже к финалу, 2, 9, 7, 42, 80, 153, 56, 95 и 711, 71, 23. Друзья, ничего, 25 тысяч гривен. Обалдеть, посмотрите, вот такая пачка. Это то, что я вам говорил, что для того, чтобы начать заниматься бонистикой, нужно оборотные средства, где-то 300 тысяч, это минимум. То есть вот эту пачку излистали, пошли дальше, ну, взяли деньги и начали опять работать с новыми банкнотами. Значит, друзья мои дорогие, у нас есть обучение нумизматике, антиквариату, бонистике, средства для чистки монет, не забывайте, пиар девственных каналов, и у нас открылся, ну как открылся, мой интернет-аукцион, заходите, там очень много уже людей купили интересных вещей, пошла массовка.